Токаев сегодня прибыл в Шымкент для неформальной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает телеграм-канал Акорды. Ожидается, что в ходе переговоров главы государств рассмотрят актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Почти 6 раз вырастет объем перевозок через казахстанские морские порты после того, как запустят большой контейнерный хаб в Актау. Это потребует увеличения торговых флотов и мощности портов. На заседании правительства рассмотрели вопросы логистики транзитных грузов по воде. В городе восстановят нефтеналивные причалы, в порту Курок построят новые. Всего в Каспийском море заработают 10 барж, 8 паромов, 6 танкеров и контейнеровоз. В проекте и строительство многофункционального зерновозного терминала, документ, который даст старт этим преобразованиям, Алихан Смаилов поручил подготовить в сжатые сроки. Новую модель предоставления земельных участков предлагают прокуроры области ЖТСУ. Цифровой проект «Земля по закону» полностью исключит участие человека в процессе распределения, освоения и возврата земель. В разработке платформы, кроме сотрудников ведомства, участвуют и представители других структур. Она будет запущена уже в ближайшее время в пилотном режиме. Вместе с тем, за прошлый год в регионе специалистами надзорного органа выявлено почти 1,5 миллиона гектаров неиспользуемых сельхозземель. В рамках реализации проекта «Земля по закону» предлагаем пересмотреть действующую модель предоставления земель в целях исключения коррупционных рисков, цифровизовать процесс ее распределения. Сейчас разрабатывается пилотный проект информационной системы, которую планируется интегрировать действующие базы Министерства юстиции, финансов, сельского хозяйства, труда и социальной защиты, в котором будут учтены приведенные выше критерии. После разрушительного землетрясения в Турции крупные российские производители цемента обратились к властям с требованием вернуть государственный контроль за качеством стройматериалов. По данным производственников, после отмены в 2020 году госконтроля на российском рынке растет доля фальсификата. Подробнее в сюжете нашего собственного корреспондента Даны Нуржан. Проверку качества цемента в России отменили в 2020 году в рамках пандемийного моратория. Теперь качество стройматериалов государство не контролирует. Этим не замедлили воспользоваться мошенники, и рынок завалили фальсификатом. Эксперты полагают, что объем такого цемента в стране уже достиг 3 миллионов тонн, а сухих строительных смесей 4 миллиона тонн. Подделкой на рынке может быть уже каждый 4-й килограмм продукции, говорят производители. И это прямая угроза безопасности зданий. Уже полтора года мы, как отрасль, консолидированно выступаем за возвращение контроля и надзора в сфере производства строительных материалов. Нашу позицию поддержали все ведущие ведомства, но пока та группа рабочая в правительстве, которая занималась вопросом отмены этого строительного контроля и надзора, пока не приняла необходимое решение. Недавно было подписано обращение в общественную палату для общественного расследования данного вопроса. Однако проблема касается не только цемента, но и других строительных материалов. Например, арматуры в каркасах жилых домов. Тот металл, который приходит на стройки. Что происходит? Мы не знаем, первое, что это за металл. В накладных черным по белому написано или 0,8, сталь 0,8 или сталь 3. Какой пришел, неизвестно. Мы не имеем, то есть металл не идентифицирован. Мы не имеем возможности контролировать его, мы не имеем возможности его идентифицировать, и, соответственно, мы не имеем возможности оценить его механические свойства, его несущие способности и так далее, как долго он лежал. Мы ничего этого не знаем. И вот, как мне кажется, это наиболее, это самая большая проблема, которая напрямую относится к безопасности. Производители требуют вернуть госстандарт, работавший до 2021 года. Это должно обезопасить от обрушения зданий, возведенных с использованием непроверенных стройматериалов. Однако для минимизации ущерба от возможных стихийных бедствий только контроля за качеством стройматериалов недостаточно.
В России до сих пор нет актуальных карт сейсмической опасности, говорят эксперты. Сейчас используются комплекты, разработанные 30 лет назад, в 90-х годах. При этом в России есть районы, похожие по сейсмичности с Восточно-Анатолийским разломом. Такие, как, например, Главный Саянский разлом, недалеко от Красноярска. Поэтому сейчас российский Минстрой рассматривает новые актуальные карты сейсмоопасности. Ученые предоставили их в конце 2022 года. Дана Нуржан, Шахзод Гамиров, Россия, Хабар, 24. Эммануэль Макрон пообещал выделить 50 миллионов евро по программе сохранения лесов и биоразнообразия. Об этом французский лидер сообщил на закрытии саммита по защите тропических лесов в Габоне. Программа предусматривает вознаграждение тем странам, которые смогли доказать, что защитили и восстановили свои лесные массивы. Макрон призвал мировое сообщество к более конкретным действиям по глобальным климатическим обязательствам. Я думаю, мы все понимаем, что нам нужны наличные деньги и решительные действия прямо сейчас. Франция предоставит дополнительные средства странам, которые хотят ускорить реализацию стратегии по защите запасов углерода и биоразнообразия. Напомню, 1 марта Эммануэль Макрон прибыл в страны Центральной Африки в ходе своего запланированного недельного турне. Ранее глава республики заявил о сокращении военного присутствия Франции на африканском континенте. В Германии поэтапно сняли почти все коронавирусные ограничения. По словам экспертов, ситуация с пандемией стабилизировалась. Однако врачи советуют при тяжелом течении болезни не посещать места массового скопления людей. Обязательным ношение масок останется лишь в лечебных учреждениях. В целом эксперты отмечают, в стране новой волны коронавируса не ожидается, как так большая часть населения привита. 64 миллиона человек получили как минимум 2 дозы вакцины. Я очень рада, ведь теперь можно встречаться и общаться без каких-либо ограничений. Наконец-то я чувствую себя свободной. Для меня очень важно живое общение. Было тяжело мне и многим моим знакомым, когда мы жили с этими ограничениями. Тесты, маски, изоляция. Я не берусь делать прогнозы. Пандемия едва ли накроет всю Германию. В это я не верю. Однако считаю, что вирус останется с нами надолго. В Казахстане сегодня начался прием заявок от граждан, решивших объявить себя банкротами из-за невозможности погасить долги. Напомню, соответствующий закон глава государства подписал в декабре прошлого года. Его задача – восстановить возможность платежеспособности граждан и снизить закредитованность населения. По количеству должников сегодня лидируют Алматы – больше 220 тысяч. В целом по Казахстану более 1 миллиона 100 тысяч граждан, которые по различным причинам не могут вовремя рассчитаться с долгами. Подача заявления о применении процедуры внесудебного банкротства осуществляется двумя способами. В режиме онлайн через приложение ЕГОВ, ЕСАЛЫК АЗАМАТ и непосредственно в центрах обслуживания населения. Ответ заявитель получит в течение 15 дней, а решение по процедуре банкротства выносится в течение полугода. Процесс подачи заявления в Алматы оценил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Он посетил ЦОНа Алмалинского района. По его словам, за полчаса заявления на банкротство подали всего 3 человека. Никакого ажиотажа не наблюдается. Возможно, то, что сегодня нет такого наплыва, это, скорее всего, говорит о том, что люди знают, какие есть ограничения. Это, во-первых, ограничения в части получения кредита. То есть человек, получивший статус банкрота, в течение 5 лет не может получить кредиты в банках. Второе, в течение 7 лет он будет в реестре банкротов и не может подать повторную заявку о банкротстве. И третье, в течение 3 лет нашими органами будет проводиться финансовый мониторинг состояния заявителя. Поэтому я думаю, что граждане делают взвешенное решение, взвешенный шаг, и такого ажиотажа сегодня не наблюдается. Съедобные сказочные герои, предметы обихода и даже наряды появились в Алматы. Здесь открылся музей тортов. Срок кондитеров представили свои работы на суд зрителей. Их оценила и наш корреспондент Карлыгаш Минаякова.
Над этим шедевром со сказочным названием «Белоснежка» Инга Никуличева работала 4 дня. Она кондитер-любитель. На торт затратила 35 тысяч тенге, а его рыночная цена около 100 тысяч. Инга охотно перечисляет ингредиенты – тесто, карамель, сахар, пудра, мастика и фрукты. А вот самый главный компонент, который придает торту необычный вкус, не называет. Это секрет. Одна из моих любимых сказок – это «Алиса в стране чудес», от которой я всегда была в восторге. Это образ Белоснежки. Белоснежки и, конечно же, то самое знаменитое яблоко, да, которое решило очень большую ситуацию, и она нашла свою вторую половину. Кондитерским делом Инга увлеклась недавно, но мастерством овладела в совершенстве. Сейчас готовится к международному конкурсу кондитеров-дизайнеров. Ее работы выполнены в разных техниках и стилях. Все работы меня поразили. У нас удивительные женщины. Какой талант, какая фантазия. Эта выставка настолько вдохновила меня, что я тоже хочу печь торты. Попробую повторить дома торт Саукеле. Он меня впечатлил. Историки называют разные версии происхождения торта. Одни связывают его с итальянским словом «торта», которое переводится как «круглый хлеб». По их мнению, прототип кондитерского изделия впервые появился на территории современной Италии примерно 2000 лет назад. Другие считают родиной торта Грецию. Местные кулинары изготавливали его из мятых вареных зерен. В качестве начинки и украшений использовались орехи, сухофрукты и мед. На Востоке тоже пекли торты и использовали молоко и кунжут. Современные изделия давно отошли от классики, но вечным остался их сладкий вкус. И эта выставка тому свидетельство. Кырлыгаш Минаякова, Абен Эрымбаев, Хабар 24, Алматы. И на этом все. Всего доброго.